Сейчас мы выпускаем тренировку. Я первый раз сел в жизни за руль гоночного автомобиля. Водитель я со стажем, но те ощущения, которые испытываешь, когда садишься за руль гоночного автомобиля и проезжаешь по трассе, и появляется такое желание дать побольше газку, тем более знаешь, что надежно защищен, машина укреплена. И ощущения, конечно, очень такие приятные. Иногда даже мысль появляется, не заняться ли самому автоспортом. Я каждый год поддерживаю проведение чемпионата, одного из этапов открытого чемпионата по автоспорту в Гагаузии, поскольку это приучает и подрастающее поколение к занятию спортом, поощряет и самих спортсменов, которые из Гагаузии уже создают свои команды и принимают участие на всех этапах соревнований по всей Молдове. Вы видите, что у нас свои появились звезды автоспорта, и они уже завоевывают призы на этапах чемпионата. Приобщение молодежи к спорту, зрелище. Вы видите, что сюда 5-7 тысяч человек приезжает со всей Гагаузии и наблюдает эти соревнования. Они очень зрелищные. Это лучше здоровый образ жизни, соревнования. Это намного эффективнее и полезнее.